Заседание Совета депутатов прошло в администрации Люберец. В ходе встречи народные избранники обсудили проект решения о бюджете городского округа на следующий год, а также назначили дату публичных слушаний. Бюджет городского округа Люберцы принимается на трехлетний период. Так, согласно проекту, в 2018 году доходы казны составят 8 миллиардов 783 миллиона рублей, а расходы 9 миллиардов 223 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета достигнет цифру 440 миллионов, что составит около 12% к собственным доходам. На 2019 год доходы 8 миллиардов 936 миллионов рублей, расходы 9 миллиардов 256 миллионов рублей. Дефицит 320 миллионов или 8% к собственным доходам. На 2020 год доходы составят 9 миллиардов 56 миллионов, расходы 9 миллиардов 358 миллионов, дефицит 302 миллиона рублей. Самые большие статьи расходов, это более 5 миллиардов рублей, предусмотрены на образование. Около 635 миллионов выделят на благоустройство. На ремонт и строительство дорог потратят более 480 миллионов рублей, а на сферу культуры – 549. На реализацию муниципальной программы «Спорт» городского округа средства предусмотрены в объеме 318,6 миллиона рублей и будут направлены на выполнение муниципального задания 219,5 миллиона рублей, на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Триумфа» 71 миллион рублей, на организацию проведения спортивных мероприятий 14,9 миллиона рублей и на проведение ремонтных работ 9 миллионов рублей. Народные избранники приняли проект бюджета за основу и назначили дату публичных слушаний. Они пройдут 1 декабря в 11:00. Письменные обращения, предложения, а также уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются до 30 ноября по адресу Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 227. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.